Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Коллеги, сегодня у меня такой интересный вопрос. Вопрос, значит, звучит от Яны. Ян, привет! Значит, отвечаю на твой вопрос. Значит, вопрос у Яны такой. Ко мне приходит клиент и спрашивает, хорошо ли я работаю. Значит, Ян, на самом деле, ко мне тоже приходят клиенты до сих пор, и до сих пор мне задают такой интересный вопрос. И я, как правило, таким людям отвечаю, ну, наверное, коротко и ясно, да, я стригу хорошо. И начинаю разворачивать эту тему, даже дискутировать на эту тему. Значит, да, я стригу хорошо, я всегда стараюсь стричь качественно, чтобы мне моя работа самому понравилась. И если вдруг вам моя форма не понравится, то вы всегда можете прийти ко мне в следующую смену, и я с радостью подправлю тот или иной нюанс, который вам не нравится. Я даже, Ян, последнее время, знаешь, что делаю? Я им говорю так, я вам даю 3 дня гарантии. Если в течение 3 дней вам не понравится моя стрижка, вы можете всегда прийти в салон, и я с радостью перестригу ту форму, которую я вам подстриг. Поэтому, в принципе, ты даже можешь тоже так говорить, чтобы клиент еще больше убедился в том, что ты стрижешь хорошо. Понятное дело, что когда клиент приходит к нам, это новый клиент, и, естественно, клиент хочет знать, к хорошему мастеру он попадает или нет. Но с другой стороны, смотрите, давайте подискутируем так. Не бывает плохих мастеров. Бывают мастера, которые просто, ну, по каким-то причинам они не нашли какую-то связь с клиентом, они, может быть, не поняли, что хочет клиент. Либо бывает такая ситуация, что вот я часто сталкивался, ну, как на мой взгляд кажется, да, клиенту простригли, как бы казалось бы, одинаковую форму, но кто-то из мастеров профилировал чуточку больше, другой профилировал волосы чуточку меньше, и уже тут камень в огород того парикмахера, который, к примеру, профилировал больше, и клиент остался недовольным. А по сути он сделал все то же самое. И многие клиенты зачастую говорят, что, блин, да тот мастер плохой, он меня постриг ужасно. А казалось бы, он постриг все, казалось бы, идеально, но он чуть-чуть там больше филернул или где-то чуточку больше срезал. Простричь идеально, так же, как простриг тот или тот мастер, мне кажется, это не получится ни у кого. Вот на мой взгляд, как мне кажется. Поэтому здесь нужно клиенту давать уверенность, что ты его не бросишь, если ему в случае чего что-то не нравится. Я вот и говорю, я вот в последнее время ловлю себя на мысли, что я им даю какую-то, знаешь, некую гарантию того, что если им что-то не нравится, вы не стесняйтесь, приходите, я с радостью вас подстригу, там что-то где-то там достригу, ну или в целом перестригу форму. То есть никто с вас за это денег брать не будет. Ну, наверное, как-то так. Коллеги, напишите все, что вы думаете по поводу данного вопроса. Напишите, как вы отвечаете клиенту на такой вопрос. Делитесь в комментариях своим мнением. Мне будет очень интересно послушать, что вы думаете по поводу этого вопроса, потому что вопрос очень интересный. И можно настолько интересно развернуть эту тему. Напишите, пожалуйста, все, что вы думаете. Коллеги, я побежал на работу. Всех был рад видеть. Всем желаю точных стрижек и хорошего настроения. Всем пока-пока.